Добрый вечер, дорогие друзья. Небольшой делаем такой краткий обзор для вашего понимания. Вот смотрите, вот такие вот огромные посылки, которые в машину не помещаются, поэтому будет у нас производиться забор от транспортных компаний, будем эти вопросы решать. То есть посылки упаковываются молниеносно, чтобы вы понимали, вот за день сколько посылок наши ребята упаковывают. Вот специально вам показываю, то есть вот вчера не было этих посылок, сегодня они стоят, ждут, завтра это все будет отправлено. То есть вот такие размеры делаются, конструируются. Естественно, вот стоят открытые, то есть не успели, не подобрали коробки, завтра опять придется еще коробки искать. Вот стоят, ждут, то есть с утра они будут упакованы вот эти. Соответственно, смотрите, сколько растений стоят в открытом грунте и ждут свою очередь на упаковку. То есть это все упаковываться будет завтра. Завтра у нас будет четверо упаковщиков, и они будут упаковывать завтра все ваши растения. Абсолютно все. Вот, чтобы вы понимали. То есть все стоит, ничего не в темноте, все в порядке с растениями. Растения себя чувствуют комфортно, лысых нет. Все стоят с нормальным грунтом, то есть полив тоже организован, все как положено. Далее я показываю растения, которые находятся на отложенные, то есть вами отложенные. Они тоже ожидают очереди вашего решения. И, соответственно, растения, которые в свободной продаже. Находятся они под с ярким светом, ну как относительно ярким, потому что все-таки здесь поликарбонат. Воздух есть, тепло есть, света много. Чувствуют они себя прекрасно. Постараемся мы завтра сделать видеообзор, что у нас осталось в наличии. Чувствуют себя абсолютно комфортно. Извините, пожалуйста, кому мы не успеваем отвечать. Дело в том, что большой объем работы. Не всегда мы отвечаем на сообщения, касающиеся продаж. Очень много сообщений, которые мы не можем проигнорировать, и мы должны ответить. Они касаются ухода и всего прочего. Поэтому уж извините, но мы должны обязательно ответить вам каждому, чтобы вас не обидеть. Потому что если не ответим вам абсолютно на все ваши вопросы, вы можете нас неправильно истолковать. Мы этого, собственно говоря, не хотим. Потому что работа ведется очень большая, масштабная, потрачено очень много сил. Для вашего понимания, сейчас 10 час, да, 10 часов вечера. Да, 10 часов вечера. В принципе, даже покажу, чтобы вы понимали. Мы еще на работе, мы еще не ушли. Ночью мы отправляем чеки, потому что днем у нас на это не хватает времени. Поэтому бывает так, что я не успеваю вам прислать в этот день чеки. Ну вот, я вам покажу. 21:42. Не успеваю, так что вы уж извините. Ну, чеки, конечно, мы же отправим обязательно в любом случае. Большая-большая просьба, чтобы мы не искали ваши адреса, куда, кому, чем отправлять. Указывайте после того, как согласовали с вами заказ. И оставляйте, пожалуйста, свои телефоны для того, чтобы мы их указывали. Потому что почта, допустим, если мы отправляем почтой, я этот телефон указываю оператору. И как только ваша посылка будет сформирована, вам тут же придет сообщение. Независимо от того, пришлю я вам чек или нет, вы можете спокойно отслеживать свою посылку. Будут какие-то вопросы, пишите, обязательно ответим. Не можем, не обижайтесь, но не можем одновременно отвечать на сообщения, на звонки. Итак, стараемся, очень сильно ускоряемся. Обзор мы сделаем обязательно по растениям, сортам завтра. В любом случае, пишите ваши пожелания, обязательно ответим. Отвечаем на всех наших ресурсах, во всех соцсетях, в наших группах, на WhatsApp, Viber и так далее.
Вот смотрите, какая в принципе красота. Все себя чувствуют очень-очень комфортно. Всех благ, всего вам хорошего. Да, ну... ночи. Да, в Питере белой ночи, да, вот еще светло. Ну, до новых встреч, дорогие друзья. Thank you.